Первая группа школьников из Поддорского, Крестицкого и Старорусского районов отправилась в познавательное путешествие по маршруту «Серебряное ожерелье. Великий Новгород». Это часть федерального проекта «Творческие люди». Для детей подготовили мастер-класс по актерскому мастерству в Доме народного творчества. Кроме того, их ждет двухдневная экскурсия по Ярославу, Дворищу, Новгородскому Кремлю, Юрьевскому монастырю и музею деревянного зодчества Витославлицы. Чтобы попасть в программу, платить не нужно. Надо только усердно учиться и разносторонне развиваться. Для ребят это своего рода поощрение, потому что в этих экскурсионных маршрутах могут принять участие отличники, участники различных олимпиад, ребята, которые отличились во время учебы. Также принять участие могут дети, которые отличились в школах искусств, участвовали в творческих конкурсах и фестивалях. Программа продлится до октября. Экскурсию проведут в общей сложности более чем для 1000 ребят. Конечно, важна и безопасность во время пандемии, поэтому в закрытых помещениях дети будут делиться на группы по 15 человек в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.